Снова привет, дорогой зритель. Или здравствуй, не знаю, как правильно говорить. Мы вроде с тобой, скорее всего, не знакомы. Ну да и ладно, короче. Коробка есть, коробку надо распаковать. Давай это и сделаем. Распакуем, посмотрим, что внутри. Да блин, я даже не знаю, ребят. Козлячь ты морда. Ну вот что, вот. Ну ты либо делай изначально там коробки там более серьезные, чтобы они не гнулись, не мялись, да. Ну либо ты их пакуй во что-то другое серьезное. Ну вот так вот как-то вот. Ой. Ну да и ладно. Давайте посмотрим, что внутри, насколько оно сохранилось. Самое обидное то, что это не мне. Человек заказал. Человек сейчас увидит такую коробку, расстроится, скажет: ёшкин ты кот. Ой, блин. Да нет, ну, ребят, ну, что-то какая-то шляпа непонятная происходит. То есть, вот, как-то, я насколько помню, они в пакетике должны быть, да? Это касаемо раз. Ну, давайте к ним чуть попозже сейчас вернемся. Короче, дружище, извини, вот придет тебе мятая коробка, это не я виноват. Тут, короче, вот все барыга такой нехороший. А я что-то я догнать не могу. Видите, вот она какая-то грязная. Вот видно, да? Грязь. Да я что-то прям, ну, совсем понять не могу. Как так-то? Я вот, насколько помню... Могу ошибаться, но я сейчас быстренько посмотрю. А я, насколько помню, они заказывались, потому что это была отдельная версия, которая поддерживала карты памяти. Ну, их просто было заказано несколько, я сейчас быстренько найду. Вот у меня они, эти наушники. Стоят они сейчас достаточно дешево. Ну, там, примерно в пределах 1200 они стоят. Поддержки карт памяти нет. Да, все-таки это вот не то, о чем я подумал. Идет у меня еще идут у меня еще наушники, там они поддерживают карты памяти. Эти, ну, просто дешевые, просто белые, не более того, да, там по характеристикам, ну, вроде как там заявлено хорошо, что здесь там Bluetooth версия 4.1, диапазон частот 2.4 ГГц до 2.48 ГГц до 10 метров, профиль Bluetooth, сопротивление 16, там частотный диапазон, это, конечно, все красиво. Наушники, кабель для зарядки, аудиокабель, руководство пользователя. Пакет, дополнительный мешок пузыря. Нет коробочной коробки, оригинальной коробки. Вот вы переводите вечно. Не пойми как. Ну да. Не сказано здесь ничего. Так, давайте их тогда попробуем послушать. Как вы у нас тут включаетесь? Power on. И что у нас есть? У нас есть микрофончик. В связи с тем, что у нас есть микрофончик, мы понимаем, что мы можем их использовать как гарнитуру. Удивительно. Значит, мы можем звук добавлять. И убавлять. Только что-то он как-то, по-моему, не убавляется. Смотрите, да? Не убавляется. И не прибавляется. Следующие треки, смотрите, опять же не переключаются. Пауза не нажимается. Так, ну давайте попробуем тогда подключить их как Bluetooth. Да, возможно. Возможно. Но не точно, что как Bluetooth они будут работать. Значит, для того, чтобы включить как Bluetooth, мы их включаем. Нажимаем кнопку включения и ждем. Когда он говорит там что-то ready to pair или что-то в этом духе. Не совсем я расслышал, ну да и не важно. Пук-пук-пук-пук. Все, максимальная громкость. А? Чпок, пауза. Чпок, продолжили. Оп, следующую включили. Это, наверное, на уши надену.
Ну, вы знаете, достаточно громкий, достаточно... В общем, в этом отношении все прикольно. Значит, были у меня подобные наушники, которые еще немножко вот так вот крутились. С ними нужно было осторожнее, потому что можно было в любой момент их крутануть не в ту сторону и перекусить провода. С этими такой проблемы нету, но я вот не понимаю. Ну вот индикация, видите, моргает лампочка. Моргни. Оп, моргнула. Я вот не понимаю следующего. Вот видите. Грязь какая-то. Это, наверное, кабелем покоцало. В общем, в итоге, ребят, да, 1000 рублей стоит. Не крутится, не вертится, да, есть только вот открыл-закрыл. Науш надел. 57-я диагональ ушей. Звук достаточно хороший, учитывая стоимость, вообще великолепный. По качеству, по внешнему виду все выглядит симпатично, пока не откроешь внутри. Откроешь внутри, там, конечно, все смешно просто, но вопрос, что нужно, да? А у меня этот самый телефон начал искать Павлова. Собаку Павлова еще поищи. Ну, да не суть. Значит, наушники. Дешево, сердито, цвета разные есть. Коробка может прийти мятая, учитывайте, если вы там на перепродажу, либо на подарок, ну, вполне возможно, надо поискать другого продавца этих наушников, потому что, ну, вот если вот такая вот упаковка придет, дарить ее как-то, ну, не знаю, посмотрят, могут посмотреть, сказать, там, блин, дружище, а что ты мне? Какую-то шляпу бушную ударил, ты вообще что там как-то. С другой стороны, вы можете там прийти и сказать, вот я там, короче, бежал, она у меня выпала, я ее так всяк рассказать какую-нибудь там веселую историю. Вот. Или помните, Джим Керри как доставлял посылку. Вот, и тут там расскажешь, что вот я к тебе шел, и вот по дороге она помялась. А была новенькая, хорошая, чистая, культурная. Ну да и ладно, показал, рассказал, включил, работает, ссылку покажу. Блюэдди, в принципе, ну, набирающая популярность марка, ну, вполне нормальная, короче, в итоге, да, учитывая их стоимость. За сим все, всем всего, до скорых встреч.